він так і називається. Період контрреформації. В это время был проведен, к тому времени был проведен Треттенский собор, который закрепил католическую родную веру. Что? В Италии была утверждена была введена высочайшая цензура и разработан индекс запрещенных книг. И, кроме того, был основан орден Иезуитов. Что касается, это же время совпало еще, кроме того, с упадком итальянских городов. Дело в том, что 15-16 лет – это время великий географический торговли. И торговля, которая до этого была сосредоточена в Средиземном море и обогащала итальянские города, перемещается на новые рубежи, на океанское побережье. Возникают новые промышленные центры, и значение итальянских городов падает. Так вот, когда деятели, гуманисты эпохи Высокого Возрождения попадают под такой жестокий прессинг, с возрождением, с культурой Возрождения в Италии удается достаточно быстро покончить. А вот с протестантством, которое было движением широких народных масс, ничего подобного не вышло, хотя разгонения были жесточайшие. Упадок художественных, гуманистических идей проявляется в творчестве таких писателей, как, например, Сервантес и Шекспир.